Сейчас это место выглядит очень мирно. Здесь расположен лагерь местных рыбаков. На самом деле именно здесь разворачивалась одна из самых кровавых трагедий в истории Русской Америки. Современный Атна продолжает хранить тайны гибели русской экспедиции. Индейцы Атна до сих пор очень враждебны к чужакам, особенно молодежь. Вообще, оказавшись в этих местах, часто ловишься на мысли, что вот на фоне этой природы, на фоне, казалось бы, такого вот умиротворенного пейзажа, на самом деле ты во многом беззащитен. Как и объясняли Атна, одна из причин гибели русских – древнее индейское проклятие. Ребятам проверить, что с ним случилось.